отзвучал государственный гимн, и капитаны команд приветствуют бригаду арбитров. Сегодня звено сахалинских акул в защите 9-й. Антон Данилов, капитан команды. Белов, передача на Дмитриева. Дмитриев на Абитова. Абитов пропускает. И попытка броска есть! 1-0. Рамиль Абитов открывает счет в этой игре. Пропускал шайбу и отправил ее в сетку ворот. Вот как это было. Еще раз мы смотрим. От штанги шайба дошла. Данилов и Яковлев на точке. Есть возможность у... Ох, какая досадная ошибка. Это Константин Дочкин бросал. И сахалинские акулы пропускают. Организовали. Забрасывают эту шайбу. Да. Среагировал он на эту передачу. Щитника. Остановили этот проход. И вот есть опасная возможность. Морозов! И выводит он сахалинские акулы вперед. Лучший снайпер лиги. И уже разобрался и с голкипером. Да, нашел он эту возможность. Нашел простор для шайбы. И между щитков вновь третья шайба. Поздравления с голом для Александра Морозова. Хорошая традиция. И каким-то невероятным образом шайба тут же оказывается. Смотрим, как она очутилась в воротах. Вроде бы не особо опасный прострел с довольно острого угла. Набирает скорость Тимофей Барсуков, заходит через левую сторону. И попытка Булавчука. Оскар Булавчук, Станислав Пылаев. Хакул. И Антон Данилов. Антон Данилов или Тимофей Королев. Вновь Тимофей. Хоккеистов Сахалинских акул. Никитин. И третья попытка Сахалинских акул. Параллельным курсом от Тимофея Барсукова. Семенов. Ой, Яковлев или Пылаев. На это получится реализовать булиты. Рубилан.